Сегодня уникальный день, потому что это действительно серьезное событие для всего региона. Во-первых, в Тверском регионе создано 40 местных отделений Российского военно-исторического общества. Это очень серьезная победа всех муниципалитетов и всего региона в целом. Потому что в каждом муниципалитете, в каждом городе Тверской области есть защитники Отечества. Не сомневаюсь, что они будут еще, были в прошлом и есть сейчас. Сегодня будут подведены итоги работы Тверского отделения Российского военно-исторического общества. И, конечно, будут определены цели и задачи на ближайший год. И все мы живем сейчас одной великой датой для всей нашей страны – 80 лет Великой Победы. Потому что такого количества обращений в местное отделение и такого количества обращений в Тверское региональное военно-историческое общество я не помню. В Российском военно-историческом обществе есть замечательный проект. Проект называется «Собиратели земли русской». И речь в книгах, которые входят в данный проект, о государях, о президентах, о тех людях, которые действительно являются собирателями земли русской. В Твери проходит очень важное событие. Как член попечительского совета Российского военно-исторического общества, я знаю, какая огромная работа, связанная с исторической памятью нашего региона, проводится губернатором Тверской области Игорем Михайловичем Рудени и сенатором от Тверской области Скаковской Людмилой Николаевной. Считаю, что общими силами мы добьемся выполнение всех поставленных задач. Этот съезд позволит нам сконсолидировать все здоровые силы нашего патриотического общества, все организации, которые есть в нашем регионе. Позволит, конечно же, систематизировать нашу работу, которую мы и до этого проводили. Патриотическая основа – это краеугольный камень вообще любой государственности, а нашей в первую очередь. На этом съезде хотелось бы подчеркнуть еще задачи, чтобы намного лучше шло взаимодействие с местными подразделениями, ну, Тверского общества, потому что именно если мы говорим о кровении, любви, то местные историки, члены общества, наверное, еще лучше знают историю, сделать определенные места военной истории в каждом конкретном районе. С помощью местных отделений, если это получится, то мы бы, наверное, могли сделать проекты всех муниципальных округов Тверской области, хотя бы в медиа и в мессенджерах собрать места российской военной истории Тверской области. Я уверен, что мы справимся со всеми задачами, мы выполним. Мы обязательно расскажем об этом и у нас, в муниципальном округе. И, конечно, исходя из решения этого съезда, будем работать в этом направлении. Бельская земля изначально там славится своей воинской доблестью. Индаром было присвоено там звание городу Белому, как город воинской доблести. Наша молодежь, наверное, с молоком матери от молодых ногтей, как говорится, впитывает вот этот вот дух патриотизма, которым овеян, которым ты пропитан, каждый, наверное, клочок земли Бельского округа. В Твери подписано соглашение о сотрудничестве между Тверским региональным отделением Российского военно-исторического общества и отделением Российского исторического общества в Тверской области. Thank you.